Международная выставка каллиграфии открылась в Москве. Познакомиться с искусством красивого письма можно в выставочном центре парка «Сокольники». В экспозиции впервые собрано более 2000 работ современных мастеров-каллиографов более чем из 40 зарубежных стран. Посетители музея смогут познакомиться с шедеврами мировой письменности, каллиграфическими картинами и миниатюрами, некоторые из которых занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Среди них поистине уникальные экспонаты – рукописные издания Конституции России и миниатюрная композиция «Каллиграфия на крылышке мухи». Действительно крупнейший в мире проект, потому что аналогичных проектов я по миру поездил. Начинал я с Китая, традиционно посмотрел многие ассоциации, многие выставки. Конечно, международного масштаба тот проект, который мы представляем, он уникален. За время проведения выставки тематика экспозиции поменяется несколько раз. Посетителям дадут возможность поочередно познакомиться с искусством письменности стран Запада и Востока. Посетить выставку все желающие могут до 15 декабря. История